the truth. Меня зовут Винокуров Денис. Хочу вас немножко удивить. Меня зовут Великий Неро. Я показываю фокусы с картами. Кто ты? Ну, вообще, я фокусник. Фокусы показываю. Кто вы? Вообще, я самый лучший манипулятор с картами в России 2018. Я гипнотизер, менталист, иллюзионист, лучший фокусник, член Международного конгресса самых удивительных людей и просто лучший. Кстати, можете подписать, в принципе, карту. Пишите. Я хочу попросить вас подписать вот эту карту, чтобы все точно было четенько. Вот маркер. Дорогой, кстати, аккуратней. Да, подпишите. Подпишите на лицевой стороне. Сзади, кстати, тоже подпишите, чтобы карта точно была самая обычная. Ну-ка, дайте это сейчас проверю. Так. Не, на грани не получится, только с двух сторон, пожалуйста. И да, еще маркер подпишите другим маркером, чтобы маркер тоже был самым обычным. Магия существует? Ну, насколько я знаю, нет. Я пытаюсь показать, как выглядело, если бы магия существовала. Используя, разумеется, ловкость рук. То есть, простые приемы и при этом создаю небольшую магию. Но, конечно же, магии не существует. А магия существует? Ну, разумеется, вы же сейчас видите ее чистое воплощение прямо перед собой. Знаешь, у меня сегодня очень хороший день. Моя тетя попала в больницу. Я могу что-то сделать? Знаете, у меня сегодня не самый хороший день. Моя тетя попала в больницу. О, ну это очень плохо. Кстати, скажите стоп. У кого-нибудь в зале есть какой-нибудь предмет? Я попробую показать фокус именно с ним. Есть, да? Дайте. Итак, сейчас немножко магии с обычными предметами. Это обычная тушенка, самая обыкновенная. Я взял ее из дома, но она самая обыкновенная, никакой подготовки. Сейчас мы покажем с ней очень крутой фокус. Тушенка с говядиной, поэтому все нормально. Смотрим. Мне нужно всего лишь щелкнуть. И ваша карта будет сверху. Бум. Так, не ваша карта, да? Теперь ваша. А где вы этому научились? Ну, я читал книжки, смотрел семинары, также на Ютубе есть обучение. И учился потихоньку, поэтапно, и научился показывать фокусы вот так. А где вы этому научились? Ну, если честно, эта вещь дается с рождения. То есть я родился и сразу умел делать все вот эти штуки. Тут либо дано, либо не дано. Свыше. Я заметила, как вы это сделали. Да, наверное, надо было получше его потренировать. Но у вас очень хорошие глаза, раз вы заметили. Я пробую показать еще один. Надеюсь, на этом вы меня не подловите. Смотрите. Я заметила, как вы это сделали. Нет, я вам не верю. Не может такого быть. Серьезно заметили? Да. Это все обучение на Ютубе! Все эти люди, которые обучают, все портят мои выступления! А вы можете выступить у нас на детском празднике? Ну, если честно, я хорошо показываю карточные фокусы. Они не очень хорошо подходят для детей. Поэтому я выступаю на корпоративах, свадьбах и не работаю с детками. Но, кстати, могу посоветовать одного фокусника. Вот, держите номерок. А вы сможете выступить на детском празднике? Да, без проблем. Я вообще не только фокусами занимаюсь. Я глотаю шпаги, я делаю из шариков игрушки. Также можно у меня батут снять. Я, в принципе, много чем занимаюсь, не только фокусы. Психология, гипноз,
В общем, да, без проблем детям покажу что-нибудь. Огромное спасибо вам за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Идею этого видео я взял у Криса Рэмзи. Вы можете посмотреть его канал в описании. Он делает отличные видео, обучение, вообще все связано с фокусами. Ссылочка, конечно же, будет в описании, надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк. И с вами был Неро Янг, или Великий Неро. Всем удачи, всем пока.